Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, решил показать свой подъемник, который я сделал еще, наверное, лет 5 назад. Вот, видосов полно на YouTube. Это подъемник, будем говорить, аналог Автолифт 3000. Кому интересно, сколько стоит данный подъемник, можете набрать в интернете Автолифт 3000 и увидите сумасшедший конский ценник, который не стоит этих денег подъемник, какие они там хотят. В общем, я сделал из металлолома, труба 40 на 40, видно, что где-то была сварена, сшита, не хватало, да, здесь добавлено, там, впрочем, из кусков. Толщина стенки 2 миллиметра. Народ делает и из меньшего диаметра трубы. Ну, я сделал из того, что у меня было. За основу механизма, да, механизм подъемный, взяты два волговских домкрата. Они, во-первых, круглые, во-вторых, они длиннее, у них червяк, вот этот, чем жигулевский. Поэтому отличный вариант. Меня устраивает абсолютно. Любой мелкий ремонт, домашний, и третья машина еще на улице там стоит, очень даже выручает. Ямы нет, а вот эта вещь просто очень помогает. Вообще капец как помогает. Так, ну в принципе, что у меня... Сейчас покажу, как это все дело происходит, как он поднимает автомобиль легко и просто. Можно, как и вручную, но это долго. Я буду поднимать этим миксером. Видели, да, все, как я делал из него ямабур. Прекрасно работает, дури хватает. Да я им постоянно поднимаю этот подъемник, очень быстро и удобно. Все, сейчас его подкатываем под машину. Он у меня на 3 поворотных колесах, не на 4, на 3, потому что треугольником, оно, все колеса едут по поверхности, так как здесь бетон, где-то неровности, вот, как-то так. Плюс еще из трубы сделаны вот такие вот салазки под подшипник, подшипники обычные, подшипники какие-то там, я не знаю, старые. Ложим под подшипники, и оно прекрасно катится. Никакие камешки, никакой мусор не мешают ему спокойно катиться. Здесь резина, понятное дело. Камера, покрышка, вырезанный кусок, чтобы под пороги становилось на резину. Так что харе-ля-ля, погнали закатывать под машину. И поднимать. Нужно там подварить глушак. Точнее, сеточку вот эту заменить. Сечет. Вот так. Thank you.
Все, проверили. Все прекрасно стало. И погнали поднимать. Ну, вот так вот как-то происходит. Здесь у меня головка стоит. Здесь видно, да? Просто так заточил четырехгранник, поэтому она и выскакивала. Надо продавливать туда. Так, теперь вот такие два шплинта. Здесь просверлено. Это предохранители. Чтобы там в случае чего можно напряжение снять. Здесь предохранитель, здесь, понятное дело, не выскочит из-за шестерни большой. На всякий случай засверлился, еще трубу зафиксировал, можно обварить это дело, ну, сделал разборным. Все здесь ставим, как машина поднялась. И здесь проверяем, чуть-чуть надо будет ключом подвести, потому что могу не угадать. С этой стороны просто трещоткой подвожу и фиксирую. Не доехал. Так, вот такая вот вышина подъема. Прекрасно там. Можно заниматься хоть ходовкой, хоть чем угодно. Вот колесики эти поднялись. Висят просто так. Здесь места хватает абсолютно. Из-за того, что здесь. Вот я даже на Жигулях снимал спокойно коробку, ставил коробку и так далее и тому подобное. Вот как-то так. Ну, вот поставил ключ, он не совпадает отверстие. Берем просто и доводим его. Вот так довели. Ставим еще раз предохранитель с этой стороны. Так вот, поменял, значит, вот этот гофру, в простонародье называется кукуруза, да, она прогорела, просто глушак висел на вот этих, на вот этой сетке. В общем, варил, сейчас остынет, будем ставить. Варил, значит, обычной сваркой варил. Сначала ставил 80 ампер, прихватывал, варил в торец, потом поставил на 115 и вторым уже слоем залил хорошо. Вот. Как-то так. Ну, перед этим на три точки ставил, ходил, примерял, все отлично. Потому что прежде чем разрезать, это уже, наверное, вторая или третья, которую я меняю на батареной машине. Перед тем, как разрезать, Баларочка сделал метку здесь и здесь, напротив. Также и прихватывал. Метки ставил напротив друг друга. Прихватывал, пошел, померил оно. И уже тогда обварил. Все, сейчас остывает, идем ставить. Так, глушак установлен. Вот она варена, все закручено. Защита стоит. Защита самодельная. Так, ну заодно слил масло. Поменял фильтр, пока было удобно все это дело снизу. Сейчас опускаем и заливаем масло. Вот, а чтобы отпустить, нужно перейти на другую сторону, так как реверса нету. И не забываем снимать предохранители, иначе можно сорвать
сварку. Вот здесь это было у меня не раз такое, забывал снимать предохранители и просто ломало вот здесь. Все, предохранители достали, вот так ставим сюда. Сейчас камеру поставлю на штатив и покажу еще разок, как опускается. Я думаю, видно. Вот и все. Теперь остается только выкатить подъемник. Убираем эти вещи. И подъемник спокойно выкатывается. Выезжает. Вот сейчас мы там уберем. С той стороны салазки эти. Ну, в общем, сами все видели, как это происходит. Очень полезная штука. У кого нет ямы, делайте, не пожалеете нисколько. Вот. Ну и, соответственно, бешеные бабки платить не обязательно. Все это можно сделать самому буквально, я не знаю, за пару тысяч рублей. В общем, всем пока, всем удачи. С вами был Санек. Кому понравилось, лайкосик. Пишите комментарии. Еще увидимся.